Здравствуйте, это новости на канале Энск-49, в студии Мария Левина, и смотрите сегодня. Обменяем путевку в детский сад. Как облегчить жизнь родителям дошколят и почему перевести ребенка в садик поближе к дому практически невозможно. Трамвай и маршрутка лоб в лоб столкнулись в Дзержинском районе. Врачи с места аварии увезли пассажира в больницу. В Новосибирске состоится первенство России по дзюдо. В нем примут участие более 100 сильнейших молодых спортсменов. А теперь подробнее об этих и других событиях. Депутаты Горсовета решили изучить возможность упростить родителям малышей обмениваться местами в детсадах. Бывает так, что путевка достается в детский сад, расположенный далеко от дома, или же семья решает переехать в другой район города. Сегодня просто взять и перевести ребенка в детсад поближе к дому невозможно. Какое решение этого вопроса предлагают депутаты Горсовета, выяснил наш корреспондент Василий Акимов. На заседании комиссии по социальной политике и образованию Горсовета депутаты рассмотрели несколько важных для нашего города вопросов. В их числе создание рабочей группы, которая займется проработкой создания специального сервиса на сайте мэрии, который позволит облегчить обмен мест в детских садах родителям, получившим путевки. С таким предложением выступил депутат Антон Тртышный. Для того, чтобы молодые мамы не бегали, значит, там по детским садам, по этим доскам объявлений смотрели, а можно было как-то это дело автоматизировать. Еще один важный вопрос, рассмотренный депутатами – судьба выпускников детских домов. Сегодня более 500 юношей и девушек, выпускников этих заведений в возрасте до 23 лет, проживают в нашем городе. За их судьбой следит и помогает служба постинтернатного сопровождения. В частности, за тем, чтобы мошенники не оставили выпускников детдомов без выделенного им государством жилья. Из других направлений работы – помощь с обучением и трудоустройством, воспитательная и социальная работа. Я считаю, что вот это направление работы, оно сегодня организовано на достойном уровне. Я как бы говорю уже и как председатель комиссии, и как человек, который работает в этой отрасли, я вижу это, что сдвиг вперед сделан существенный. Но нет предела совершенства, будем каким-то образом совершенствоваться. Предложения, рекомендации и решения депутатов, принятые во время заседания комиссии, будут в случае такой необходимости проработаны и в дальнейшем рассмотрены на сессиях Совета депутатов города Новосибирска. О судьбе тех или иных инициатив, а также о текущей работе комиссии депутатов, вы всегда можете узнать на сайте Совета депутатов горсовет.нск.ру. Здесь же можно обратиться со своими предложениями и жалобами, в том числе и по темам, прозвучавшим на прошедшем заседании комиссии по социальной политике и образованию. По итогам 2016 года строители могут ввести почти на 14% жилья в Новосибирске меньше, чем в прошлом году, передает Интерфакс Сибирь. В целом, новосибирские строители запланировали в этом году ввести в эксплуатацию 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Как отметил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, окончательно план по сдаче жилья будет сверстан в начале марта. После детальной проверки всех площадок и оценки возможностей, он также не исключил снижение темпов жилищного строительства вплоть до 2019 года, но полагает, что объем более 1 миллиона квадратных метров жилья может сохраниться в ближайшие годы. Вернуть принадлежащий ее сыну торговый павильон уже несколько лет пытается жительница Новосибирска. Так получилось, что бывшие партнеры завладели имуществом, которое ее семья считает своим. Судебные решения в пользу женщины и ее сына были вынесены еще в 2004 году. Однако конкретные шаги по возврату торгового павильона правоохранительными органами были предприняты только сегодня. И вновь не обошлось без скандала. Как можно лишиться принадлежащего на законных основаниях имущества и как порой не просто бывает его вернуть в нашем следующем сюжете. Вокруг этого павильона на улице Невельского, 55, последние годы разворачивается настоящая детективная история. Судя по документам и решениям судов, владельцы торговой точки уже почти 5 лет ведут борьбу за то, чтобы доказать свое право на владение им. А в это время, по их словам, торгуют в нем и получают прибыль совсем другие люди. Вот этот павильон в 2009 году построил мой сын своими собственными руками. Он сюда как? Ну, пригласил, чтобы для того, чтобы следили за павильоном. В итоге сын мой ездил по командировкам, этот привлек сюда свою жену. Они подделали документы, оформили. Вот я вам привезла все документы. Подделали документы, переоформили договора.
и заняли этот павильон. Еще в 2014 году были приняты судебные решения, подтверждающие право собственности. Однако практические действия по возврату торговой точки владельцам начались лишь сейчас. Приехали судебные приставы, чтобы описать находящееся здесь имущество. Но все оказалось не так просто. Следственные органы дали добро на вывоз имущества некими его собственниками, которые то ли давали под реализацию, то ли просто попользоваться. Сейчас, после долгих перипетий и расследований уголовного дела, павильон передается на хранение потерпевшему Ежову. Вот. Однако в павильоне находится товар, и павильон в крайне неудовлетворительном состоянии. Следователь, значит, решает судьбу товара, поскольку он не входит в перечень вещдоков и доказательств. Вот. При этом товар без предъявления любых документов считается его собственностью. В настоящее время здесь привлечены приставы. Представители владельца павильона, как и нашу съемочную группу, в момент вывоза имущества даже не пустили внутрь. Хотя им было очень интересно узнать, чье же имущество и на каких основаниях находилось в принадлежащем им помещении. Пройти, посмотреть, в каком состоянии павильон. Нам это нужно, в каком состоянии мы его принимаем. Потом никто ничего не докажет. То состояние, в котором вы его будете принимать, мы вас пригласим и покажем. Вот вы сейчас... Сейчас он вам еще не передается. Так, а вы почему их не впускаете? Вот видите, что следователь отказывается от всех действий, от всех, и непонятно по какой причине. Галина Ежова удивляется, как подобное с ней вообще могло произойти в правовом государстве. С одной стороны, вроде бы уже давно в суде отстояла свои права, с другой, реальных действий правоохранительные органы долго не предпринимали. Конечно, эта ситуация достаточно сложная и запутанная. Но с течением времени, до тех пор, пока не предпринимались действия по восстановлению законности, она лишь стала еще более непонятной. А градус противостояния между двумя сторонами накалился до предела. Наверное, именно благодаря подобным действиям правоохранительных органов у некоторых людей складывается мнение о коррупции и личной заинтересованности людей в погонах. А что еще можно подумать? Активисты УНФ добились сноса шлагбаума, препятствующего проезду инвалидов. Узкую улочку до заветного здания перекрыл шлагбаум, который установили владельцы расположенного в соседнем здании кафе. После вмешательства фронтовиков мэрии пообещали подать судебный иск в адрес владельцев кафе и инициировать снос шлагбаума. Однако представители общепита не стали дожидаться судебного процесса и снесли его самостоятельно, сообщили в пресс-службе УНФ. Новосибирский врач-неонатолог предстанет перед судом по обвинению в неосторожном причинении смерти новорожденному. Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 29-летнего врача-неонатолога родильного дома номер 7 в Первомайском районе. По версии следствия, в июле 2014 года врач-неонатолог ненадлежащим образом отнеслась к исполнению своих профессиональных обязанностей и не провела комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий ребенку, родившемуся с осложнениями здоровья. В результате допущенных дефектов оказания медицинской помощи мальчик погиб на следующие сутки после рождения. Следствием собрана доказательственная база, дело направлено в суд. Дорожно-транспортное происшествие на улице Волочаевская в Новосибирске в очередной раз доказало, что маршрутное такси – небезопасный вид пассажирского транспорта, а также то, что трамвай в таких столкновениях всегда одерживает верх. О причинах ДТП и пострадавших расскажет наш корреспондент Александр Булдаков. Пассажирское маршрутное такси «Форд Транзит», несмотря на утренние часы, оказалось наполовину пустым. Водитель говорит, в салоне машины было человек 6-8. Вот с ними он и въехал в трамвай. В превышение скорости, конечно, не признался, а сослался на сложные дорожные условия. Водитель «Форда» пояснил, что не справился с управлением, было скользко. Он двигался со стороны улицы Есенина по Волочаевской и подъезжая уже к улице ГБШ. А трамвай выезжал с кольца, также уже на улицу Волочаевская, в сторону улицы Есенина как раз. Ну, трамвай имеет преимущество. Водитель поздно, видимо, его заметил. Плюс, как пояснил водитель, «Форда» был гололед. Произошло данное столкновение. От удара трамвай практически не пострадал, как и его пассажиры. А вот маршрутке досталось. Люди из нее благополучно вышли и уехали другим транспортом, кроме одной женщины, которую на скорой помощи доставили в лечебное учреждение. Однако медики никаких физических повреждений или травм у нее не обнаружили. Пассажирка просто сильно испугалась в стрессовой ситуации. Водитель «Форда», скорее всего, отделается штрафом за нарушение правил дорожного движения и, видимо, займется восстановлением микроавтобуса. Ну а люди на следующее утро опять станут пассажирами и поедут на такой же маршрутке по своим делам. И будет ли их водитель осторожнее этого, никто сказать, к сожалению, не сможет.
Воспитательница прятала спайсы в раздевалке детского сада. По данным следствия, младший воспитатель детского сада приобрела наркотики, а затем хранила его, спрятав под ковриком в раздевалке группы детского сада. Обнаружила курительную смесь другая воспитательница. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининского района Новосибирска, в отдел полиции обратилась заведующая детским садом номер 36 и заявила о том, что в саду были найдены наркотики. Она пояснила, что воспитатель во время уборки нашла под ковром 3 пакетика с веществом растительного происхождения. Вскоре полиция выяснила, что хранила траву с целью сбыта нянечка детсада. Женщину взяли под стражу, ей предъявлено обвинение в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере. Если вина нянечки будет доказана, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Только с начала этого года при пожарах огонь унес жизни 34 жителей нашего региона. 30 человек получили травмы. Всего, по данным областного управления МЧС, за прошедший месяц в Новосибирской области произошло 302 пожара, на которых спасены 237 человек. Пожарные отстояли 238 зданий, сооружений, 122 квартиры и 40 единиц техники, которые подверглись пожару и могли сгореть практически дотла. Наибольшее количество пожаров происходило по воскресеньям и чаще всего в жилом секторе. Имитация погашения задолженности все равно не позволит избежать ответственности. Некоторые несознательные граждане считают, что смогут до бесконечности растягивать выплату долгов. Однако подобные действия могут лишь усугубить их проблемы. Так, по данным службы судебных приставов по региону, мужчина, неплательщик алиментов с 2011 года, решил, что незначительные переводы от 200 до 500 рублей защитят его от уголовной ответственности. Общая сумма, которую горе-отец задолжал своему ребенку, составила более полумиллиона рублей. Однако в январе 2016 года уголовное дело за злостное уклонение от уплаты алиментов против мужчины все-таки возбудили. Теперь ему грозит до 1 года тюремного заключения. Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек 11 февраля стартует в Новосибирске. В этом году для сибирской столицы эти соревнования станут одними из самых массовых спортивных событий. Где они пройдут и что можно ждать от наших борцов, расскажет Александр Булдаков. В Новосибирске подобных масштабных соревнований по дзюдо еще не было, сказал на встрече с журналистами старший тренер сборной страны. Более 1000 спортсменов и тренеров съехались в столицу Сибири на первенство России по дзюдо. Турнир отборочный, и участвуют в нем юноши и девушки до 18 лет. Первенство России – это первый этап у нас отбора к первенству Европы. В каждой весовой категории по 6 человек отбираются в сборную команду страны, и затем мы 3 Кубка Европы проводим, и по результатам всех этих 4 отборов у нас выявляются спортсмены, которые будут участвовать в личном первенстве Европы и в командных соревнованиях на первенстве Европы. В России соревнования по дзюдо проходят на высоком организационном уровне, говорят представители федерации. Потому требования к залу для всероссийского турнира особенные. Наличие возможности постелить 4 татами. 4 татами, большое количество участников, по 4 в какой-то день по 5 весовых категорий выступают. И если мы будем проводить на площадках меньшего размера, то, естественно, мы затянем эти соревнования на целую неделю и более. То есть, поэтому требования такие. А также требования к наличию трибун, требования по входам-выходам спортсменов. В Новосибирске, конечно, нашли такой зал, но он оказался не специализированный. К сожалению, не так много площадок в городе Новосибирске, где можно постелить больше 2 ковров, больше 2 татами для различных видов единоборств. А вот Сибстрин, он в этом плане идеально подходит. И учитывая зрительские места, учитывая то количество участников, которое сегодня собралось на отборочный турнир, Сибстрин, как никакое другое учреждение, а именно спортивный зал, спортивный комплекс, та арена, вы знаете, где выступает наш мини-футбольный «Сибиряк», подходит для проведения этого турнира. Президент областной федерации дзюдо, благодаря которому и появилась возможность проведения у нас первенства страны, что следовало из высказывания представителя Федерации Российской, надеется на толчок в развитии этого спорта в регионе. Я мечтаю также о том, что по окончанию проведения этого турнира будет возникать вопрос о расширении, скажем так, о расширении материальной базы. Потому что на сегодняшний момент в Новосибирске нет зала, где люди могли бы тренироваться и одновременно практически проводить соревнования
достаточно высокого уровня. Состязания продлятся до конца недели. Первый соревновательный день в зале Сибстрина на Ленинградской 115 намечен на 11 февраля. Торжественное открытие первенства России по дзюдо состоится в этот же день в 18:30. Шансы у наших спортсменов на медали оцениваются очень высоко, но и зрительская поддержка им, конечно, не помешает. И у нас на этом пока все. Наши новости всегда на сайте ensk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по телефону 220 2105. Оставайтесь с нами и до новых встреч!